Salam, hazır biz zakazlı özgürtün ürünüz. Bu cere tayar zakaz men tarif konu olcum. Peki men bize gerek yok. Вот заказ. Так, бул жерден мына карап көрсөңүздөр. Бир бирөөнүн ишин кабинетине кирдим, бир консультанттын товарларын көрүп жатам. Бул жерде мына тональный увлажняющий тональный крем. Бул жерде артикул 6302, бул жерге кымбат келип калган 299. Азыр мен өзгөртүп арзаныраак кылып эме кылабыз. Так, раз утвердить ханова дейбиз. Окей. Так, эми редактировать кылабыз. Так, бул жерде жана заказ кылганды өзгөртөбүз. Так, тональный крем. Вот тональный крем 6302 светлый бежевый. Удалить клаус, окей. Продолжить оформление заказа. Так, будет на бонус за покупку деген жерге келсек. Будет на карап көрсөк болот. Так, бул жерде так, кенде душа, средство для ног, кенка мус. Вот увлажняющий тональный крем, ушу жерде заказ бериш керек болчу. Так, мына азыр 63 канча болчу эле, светлый бежевый болчу. 63 02 болчу эле, светлый бежевый, светлый бежевый болчу. Плюс так, светлый бежевый тандадык. И выбрать сейчас из меню чек. Выбрать. Так, хочу применить фильтр глаз. Так, распродажа варки. Будет распродажа по всему миру. Так. Распродажа варки. Применить изменения. Так, значит ты. А уже заказывает звонок зачем? Так, вот это как раз продолжить оформление волос. Еще раз ты черкаю заказ, да? Берет такой заказ. Так, нагруз увлажняющий. Тональный крем, 6002, светлый бежевый, все остальное все как есть. И утвердить заказ. Продолжить применение. Продолжаем применение. Shine bright like a diamond. Моим утвердить заказ. Вот ваш заказ успешно утвержден. Так, фигурное мыло, зубная паста, ключ мыла, каталог. Светлый бежевый жана 200 канча болчу? 200 кымбат болчу, кечээ 199 болду. Ошол 2600 болду. Так, все, теперь ушу менен бүттү заказ.